Каждому каллиграфу, художнику, графику знакомо чувство взаимодействия с бумагой и ее отклик, будь то мазок, штрих, фактура или складка, и в зависимости от этого характер получаемого произведения. Бумага как соавтор творчества, когда момент непредсказуемости результата и невозможность полного контроля в творческом процессе преобразуют ремесло в искусство. В экспозиции собраны работы художников и дизайнеров из России, Японии, Кореи, Китая, а также студентов профильных дизайнерских, архитектурных и творческих вузов. Здесь участвуют не только профессиональные мастера, но еще и студенты. То есть вот студент может увидеть свою работу на фоне старших коллег, посмотреть, как оформить работу, посмотреть, как работа входит вообще в пространство. Бумага здесь проявляет себя как в классических искусствах, от графики, каллиграфии до акварели, так и в современных, от коллажа, бумагопластики и бумажной скульптуры до арт-объекта, икебана-арт и инсталляции. Каждый зал выставки представляет определенные стили и несет особую атмосферу. Сначала лес с некоторой таинственностью, затем море и космос, далее театр, кино, и завершается прогулка попаданием в зал, наполненным весенним настроением. Она интересна. Интересно, как людям, которые соскучились за цветом, за впечатлениями, потому что здесь, видите, есть яркие какие-то пятна. В рамках выставки также проводится межрегиональный конкурс для молодых дизайнеров «Бумажно» по номинациям «Объемный плакат» и «Открытка», «Костюм», «Упаковка», «Кукла», сделанные из бумаги. Почти все работы победители в своих категориях. Организаторам выставки удалось наглядно показать, если взять в соавторы бумагу, то творческие возможности становятся поистине неисчерпаемыми. Посетить выставку можно до 20 апреля. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный, новости на восьмом.